Здравствуйте. Вы смотрите Первый городской телеканал. В эфире программы «Из первых рук» в студии Асель Арыстангалиева. С большим удовольствием представляю вам наших сегодняшних гостей. У нас сегодня в студии давние друзья и партнеры телеканала РИК ТВ. Это Махамбетова Алина Симбаевна, руководитель отдела продаж строительного холдинга K7 Group. Здравствуйте. Здравствуйте. Алина Симбаевна, рада видеть теперь уже и в этой программе в качестве спикера. Сегодня будем говорить как раз о том, что у вас прошла ярмарка и была она приурочена, конечно, к вашему профессиональному празднику. В это воскресенье, 13 августа, мы отмечали День строителя. С прошедшим вас праздником, прежде всего. Спасибо большое. Вам роста, благополучия, успеха, и чтобы вы далее расширялись и делали наш город, конечно же, красивее, фасадной частью, и много-много жилых комплексов, чтобы появлялось. Спасибо большое. Алин, ну, была и ярмарка недвижимости, и скидки были. Расскажите, пожалуйста, давайте начнем беседу с этого. Да, получается, субботу-воскресенье у нас были ярмарка недвижимости, мы приурочили ко Дню строителей, были скидки на наш жилой комплекс «Алия». Те клиенты, которые бронировали квартиры, они также действуют, эти скидки. Оформление, получается, через Отпасыбанк, наличный расчет, рассрочка, это все действовало. Все программы, которые есть, в принципе, вы всегда эти акции используете? Да, конечно. А что касается условий приобретения, тоже очень скоро вы подпишете меморандум, соглашение и будете сотрудничать с банком «Центр Кредит», потому что совсем недавно как раз и открывается новый ипотечный отдел у них, и мне кажется, это очень здорово, что есть и такая возможность приобретения квартиры в жилом комплексе «Алия». Да, сейчас у нас получается на стадии соглашения. Мы подписываем документы с банк «Центр Кредит». Будем рады всех клиентов видеть, потому что это как бы новая ипотека, новый, кто в этом городе будет участвовать в этой ипотеке. Условия там очень хорошие, приобретение квартиры. Также у нас получается на первую и на вторую очередь наши клиенты могут рассмотреть. Эти условия. Давайте теперь более подробно поговорим непосредственно о жилом комплексе «Алия», потому что очень скоро будет сдача не только жилого сектора, да, но и коммерческой также недвижимости. И люди, которые хотят вложить накопленные средства, мне кажется, коммерческая площадь в этом плане самый уникальный вариант. Да, у нас получается сейчас по первой очереди первые три корпуса мы уже сдали. Наши клиенты получили ключи, уже 80% заехали, делают ремонты наши новоселы. Также коммерция у нас в первую очередь, которую приобретали коммерцию под бизнес, уже открыли магазины, там бурно идет ремонт. Наш жилой комплекс, получается, уже немножко оживляется нашими клиентами, новоселами. Ну, я здесь только могу добавить, что локация просто жилого комплекса, она очень удачная, потому что сами мы все прекрасно понимаем, что микрорайон Батас-2, он перспективный, он, соответственно, здесь есть все социальные объекты, да, и в том числе ваш жилой комплекс находится прям, по-моему, в самом сердце, да, этого нового микрорайона на пересечении проспекта Алии Молдогуловой и Южной объездной трассы. Какие еще преимущества есть как и у физических лиц, так и у юридических лиц? Ну, это то, что перспективный новый район будет считаться. Объездной и мы самый, путь. Да, объездной путь. Там будет, там получается большая обширная дорога. Кто приобрел коммерцию, у нас очень довольны клиенты, потому что это самый первый бизнес, если открывать, это открывать в новом ЖК. Также вот по коммерции у нас сейчас есть актуальные цены для коммерческого помещения. Есть некоторые коммерции, которые осталась в первую очередь. Мы всех рады видеть. Консультацию полную даем, рассчитываем все. И на вторую очередь также тоже у нас цена. Алина Симпаевна, вот вы начали говорить о цене, и я хочу, мне кажется, добавить здесь нужно, что один квадратный метр стоил 50 тысяч тенге. Это прям вот, не знаю, самое актуальное предложение. Это были вот у нас, получается, акционные скидки 50 тысяч тенге. Сейчас цена за квадратный метр 70 тысяч тенге. Для наших клиентов мы запустили хорошую акцию с 1 июля до 31 августа. Длится акция «Приобретаете квартиру». Выигрываете коммерческое помещение. О, как привлекательно. Да, это у нас получается первая такая акция, то, что для наших клиентов мы посмотрели, что это очень Выгодно. Выгодно, и
перспективно в плане того, что это новый жилой комплекс, и приобрести коммерцию – это очень хорошо там. Вообще, чем удобные жилые комплексы новые, да, они ведь, опять же, строятся, и рядом в том числе есть жилые комплексы, но когда в жилом комплексе есть абсолютно все, начиная от тренажерного зала, кофейни и завершая вот уже мини-маркетами, да, то, что у вас уже открывается, мне кажется, это удобно, не выезжая за пределы своего жилого комплекса, даже не выезжая за пределы своего микрорайона, вы можете все необходимое приобрести, купить и найти. Да, это все. Вот это вариант большого города, да, мегаполисов, таких как Алматы, Астана и Актобе, превращается, в принципе, вот в такой удобный, мне кажется, вариант проживания. Очень удобно. Очень удобно. Еще один вопрос касаемо лотереи. Какая это новинка? Расскажите, пожалуйста, потому что тоже можно принять участие и тоже получить хорошие подарки. Я вообще люблю подарки. У нас получается вот акция, мы разработали ее. Получается, если клиент приобретал за наличный расчет в течение этого периода, в ипотеку, там, через отпассабанк, рассрочка, автотрейд также, менял машину на квартиру. Это акция, это акция. Все наши участники, клиенты с 1 июля по 31 августа, они все задействованы, они все участвуют, они заполняют купон, и 31 августа мы будем уже разыгрывать эту лотерею. Коммерческое помещение с площадью 80 квадратов, это очень хорошо, это привлекательно, и мне кажется, это для бизнеса это самое то. Зная строительный холдинг K7 Group, я знаю, что подарки уже будут такие достаточно достойные. Это наверняка бытовая техника. И когда въезжаешь в новую квартиру, мне кажется, любая вещь, она необходима. Потому что когда сновья в новостройку, новая квартира, это всегда здорово. Всегда хочется обновиться же. Ну да, конечно. Алина Тимбаевна, давайте еще раз напомним касаемо все-таки жилого комплекса «Алия», потому что это второй жилой комплекс, который вы возводите. Я думаю, что, возможно, нашими телезрителями являются и жители жилого комплекса «Абурой», который вы возвели очень давно, и продолжают радоваться люди и локации в том числе, потому что у вас жилой комплекс – это и детские площадки, и парковки, и спортивные площадки. Все для удобства и комфорта жителей, естественно. Да, у нас, получается, жилой комплекс находится на пересечении Али Молдогуловой и Южной объездной трассы. С правой стороны идет строительство, пятиэтажные дома, комфорт-класса, все удобства для наших клиентов, автономное отопление – это очень удобно сейчас. Парковка у нас есть. Не нужно ни от кого зависеть, от монополистов наших. Да, да, да. Во второй очереди у нас остались квартиры двухкомнатные, трехкомнатные. Способы приобретения и все условия у нас, получается, наиболее выгодные, потому что мы смотрим тоже подход каждому клиенту. И рассрочка есть, и ипотека есть. Ипотека с первоначальным взносом 30%. Это очень выгодно через отпассабанк. И сейчас вот благополучно мы заключим соглашение с банк «Центр Кредит», и там тоже будут хорошие условия для приобретения квартиры. Квадратура. В любом случае будут интересовать не только цены, но, естественно, еще и квадратура. А чистовая, черновая отделка, что у нас будет? Получается предчистовая отделка. Предчистовая отделка. Квадратура, площадь начинается 66 квадратов, это двухкомнатные квартиры на две стороны, распашонки на одну сторону, и трехкомнатные 80 квадратов начинается, два варианта. Также, например, вот по автотрейду мы тоже, это способ приобретения, это очень хороший способ приобретения квартиры, да, когда есть... меняют они автомобиль на квартиру. Клиентам нашим не нужно запускать объявление на продажу машины, мы сами оцениваем, сами смотрим и даем просто цену. И 100% у нас, получается, клиенты всегда выбирают вот эти условия, подходит для них. Алина Симбаевна, вот вы говорите, что менеджеры, да, всем занимаются, в том числе и документация, да. Но я хочу еще сказать, что у вас в офисе находятся представители банков, да, в том числе, которые могут проконсультировать. Или это ваши менеджеры, которые знают абсолютно все программы банков и могут тоже достойно ответить на любой вопрос? У нас, получается, менеджеры наши, которые консультацию дают по кредитам от Пассабанка, они расчеты немножко так наполовину знают. А так мы, у нас второй отдел сидит
Народная канцелярия. Так, угу. Там же, где и находится Пассыбанк, кстати. Пассыбанк. Это очень удобно, да. Они проконсультировались, пошли вот Пассыбанк получать уже расчеты свои. Угу. Начали говорить про жилой комплекс. Я совсем забыла спросить у вас. Квадратура, соответственно, высокие потолки, около 3 метров, да? И окна, которые выходят на обе стороны, тоже удобно. Стеклопакеты, вот вы всегда объясняете. Это, ну, все это достоинство жилого комплекса. Да, у нас получается, мы сдаем предчистовой отделки, угу. Входная дверь, радиаторы, окна, трехкамерный стеклопакет. Все удобства, когда, вот, например, наши сейчас новоселы заезжают в наши квартиры, и они просто до финиша доводят, и все. Детские площадки, спортивные. Что еще? Парковка свободная у нас, детские площадки, спортивные площадки, также благоустройство. Все это как бы включено, это, ну, все необходимое, это вот как бы для клиента, когда только приобрели квартиру. Давайте еще раз напомним, где находится ваш офис, куда можно подъехать, проконсультироваться. Наш офис находится на Газизы Жубанова, 13, по адресу Газизы Жубанова, 13, и также Народная канцелярия. Ну, и я добавлю, что по номеру 700 всегда можно позвонить и получить полную консультацию. Да, все верно. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу. Процветания, успехов вашему строительному холдингу. И еще раз с прошедшим профессиональным праздником. Спасибо большое. Напомню, сегодня в студии была Махамбетова Алина Симбаевна, руководитель отдела продаж строительного холдинга K7 Group. На этом наша программа завершена. До скорых встреч.